В этом году месяц Рамадан начинается 23 марта. Он продлится 29 дней и завершится 20 апреля. С 17 на 18 апреля мусульмане встретят ночь предопределения или Кадертон. А 21 марта будет Ураза Айд. Представители духовенства напоминают актюбинским верующим, что в священный месяц нужно делать как можно больше добра и всячески помогать нуждающимся. По этому поводу запланировано провести несколько благотворительных мероприятий. Отметим, в этом году размер садака составляет 535 тенге. Фитр садака выплачивается с начала месяца Рамазан до намаза Аид. Если постившийся раздаст пожертвование до праздничного намаза Аид, то это будет принято. А если после Аид намаза, это как получается просто пожертвование –